Как расположить к себе другого человека? Ну, мы с вами поговорили, надо проявлять искренний интерес, это вполне логично. Но есть еще одна важная составляющая, это, конечно, доверие. И если вы всем своим видом, да, и своими вопросами, своими действиями демонстрируете человеку, что вы ему не доверяете, что вы сомневаетесь в том, что он говорит, да, в том, что он делает, рассказывает про себя там, и так далее, то вы в этой ситуации, конечно, не получите этого расположения. Расположение обязательно основывается на вашем чувстве, да, другого человека, а это и есть настоящее доверие.